Ой, хороший сегодня день. Как говорится, мир, труд, май, товарищи. Поехали. Сегодня на 1 мая на прекрасном параде, на котором собрались трудящиеся коллективы и партии нашего региона. И мы хотим, конечно, задать вопрос главный председателю Тувинского рескома Тамоеву Роману Тельмановичу. Что для вас 1 мая? Скажи. 1 мая, прежде всего, это не просто мир, труд, май. Это борьба трудящихся за свои права. Потому что в 1886 году, когда все это, в принципе, началось, когда американские рабочие начали, ну, австралийские первые, потом американские подхватили эту тему, что мы не можем работать по 15-16 часов в день. Мы против того, чтобы эксплуатировались дети, их детский труд. Поэтому основные гарантии какие? Что такое 1 мая? 8-часовой рабочий день, понимаешь? Права женщин на производстве, достойный уровень заработной платы, трудоустройство, достойные условия труда. То есть 1 мая – это основа. Поэтому, когда говорят «мир, труд, май», он подразумевает, прежде всего, борьбу трудящихся за свои права. Вот. И для нас это больше социальный праздник, вот в таком плане, вот выражение. Вот, Жень, как это так? Да, хороший ответ, действительно, за... Можешь даже вот у ребят спросить, что для них 1 мая, вон там мы обязательно спросим. Вот, действительно, бороться за свои права нужно. Ну, в современном мире у нас с вами есть Трудовой кодекс Российской Федерации. Абсолютно верно, да, вы же прекрасно. В современном мире так. Давайте еще у кого-нибудь спросим, что для них 1 мая. Вот у нас есть прекрасные девочки, пойдемте к ним. Да. Здравствуйте, мы к вам хотим спросить, что для вас 1 мая? Международный праздник весны и труда. Весны и труда. Угу. Каждый год присутствуете? Да, каждый год. Уже второй раз участвую в параде. Хожу, кричалки кричу. Вам это нравится? Да, вполне. Ну, понимаете, что это поддержка трудящихся? Да, вы конечно. Вы сами трудитесь? Конечно. Работаю. Это замечательное отстаивание своих прав. Да. Согласна. Спасибо. Кто для вас 1 мая? 1 мая очень хороший для всех трудящихся в нашей родине, особенно в Туве у нас, празднует очень хорошо, потому что в основном у нас молодежь, они идут вперед, все вперед идут, изучают все, что у нас, все впереди, все новое у нас. Вот. Очень много сегодня трудовых коллективов. Начинается с самого начала колонна, тянется, уже даже прошли площадь Арата. И за нами тоже колонна большая. Поэтому очень много трудовых коллективов сегодня вышли со своими, кто-то знаменами, со своими номинованиями организаций. И вот партии со своими флагами присутствуют сегодня здесь. Собрали максимальное количество людей. Но попасть сюда сегодня, на этот парад, люди смогли совершенно безопасно. У нас стоят металлодетекторы, и сегодня люди, которые проходили, всех просматривали. Поэтому праздник безопасный.
республики вступает Тувинское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации. Носит в своих рядах 930 человек, членов партии большое количество сторонников, 19 местных отделений и десятки первичных организаций создают основу партии. Коммунисты Республики Дума принимают самое активное участие в общественно-политической жизни региона! Ура! Да здравствует 1 мая! Ура! Праздником! Расцветай, родная Тула! Да здравствуют дружинники города Кизила! Да здравствует 1 мая! Часто полностью жажет от моей родины! Дорогие товарищи, вас приветствует площадь Арата, Республика Тыва, город Кызыл. Сегодня здесь проходит торжественное шествие, посвященное 1 мая, Всемирному дню солидарности трудящихся. Дорогие товарищи, вот смотрите, идите сюда. Это все сторонники, члены партии, молодежь, жители города, кто не безразличен к тому, что происходит, кто всегда за простого человека труда. А теперь троекратное ура, Денис Павлович, давай. Россия! Май! Победа! Ура! 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 Всем спасибо. Фотографирование.